Так, всем привет, девочки! Хочу вам рассказать про очищающее масло для умывания. Это гидрофильное масло, которое очень хорошо очищает, снимает макияж и даже в области вокруг глаз нежно все и эффективно удаляет. Смотрите, масло наносится на сухую кожу. Я вот вам для примера. На руку нанесла помада, карандаш и тени для глаз. Сейчас я на ватный диск, вот так вот выдавлю капельку масла, вот, и буду стирать. Смотрите, моментально вообще все стирается, буквально от двух движений. Все. То есть наносим на сухую кожу, массажными движениями мы все стираем, смываем, и потом тепленькой водичкой, и оно становится как пенообразное такое. То есть вот посмотрите эффект от гидрофильного масла. Буквально там за несколько секунд у меня все смылось. Так что сейчас рекомендую. Оно по акции, девочки, пока еще есть. Поэтому берите, пишите, кому заказать.